Добрый день! Давайте сегодня обсудим опухоль головного мозга, которая называется глиобластомой. Глиобластома считается наиболее опасной злокачественной опухолью головного мозга. Она развивается из глиальных клеток. Единственным местом ее локализации является центральная нервная система. Наиболее часто злокачественная опухоль располагается в височных и лобных долях. Причины не изучены и не имеют доказательной базы. Можно в интернете встретить множество статей, которые могут вызвать опухоль мозга, но они все являются недостоверными. Существует теория генетической предрасположенности, черепно-мозговые травмы могут стать пусковым механизмом, но конкретной причины не установлены. Симптомов специфичных нет. И симптомы, клинические проявления, зависят от места ее локализации. Глиобластома имеет большое количество проявлений, которые присущи только, не только данной опухоли, но и другим болезням. Кроме того, признаки болезни могут носить очаговый и общемозговой характер. В зависимости от того, где расположена опухоль, в какой части головного мозга будут те или иные симптомы. Могут быть нарушения речи, нарушения движения. Очаговая симптоматика обуславливается поражением структур мозга, отвечающих за определенные функции в организме человека. А общемозговая клиника характеризуется признаками вовлечения в процесс большей части головного мозга. Пациента может беспокоить головная боль, головокружение, повышение внутричерепного давления и все симптомы, связанные с этим состоянием. Также может присутствовать тошнота и рвота.